Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – зимові болгарські свята, про які ви дізнаєтесь з вуст наших сьогоднішніх гостей. А саме у нас в студії гості. Голова Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирнівка» Анатолій Волча, директор Тернівського будинку культури Юлія Любецька і солісти ансамблю болгарської пісні «Чучулички» Валентина Деордієва і Олексій Левковський. Друзья мои, здравствуйте. Рады вас приветствовать в нашей студии, несмотря на погоду. Но я знаю, что болгары – люди, которые никогда не останавливаются перед трудностями. Наоборот, трудности только подстегивают их к достижению все больших и больших успехов. И поэтому позвольте поздравить вас с Новым годом, с Рождеством Христовым. А так как до старого Нового года у нас еще остается время – есть время подбить итоги года, который уходит. Он еще не ушел, 2016 год, друзья мои, потому что еще старый Новый год впереди. Мы с вами его должны встретить. Даст Бог, доживем и встретим. И поэтому у нас есть минутка, чтобы еще немножечко поговорить о 2016 годе, который уходит. Анатолий, для вас он был, для вашего болгарского общества, он был очень плодотворный. Конечно, не сказать спасибо 2016 году просто будет свинство, правда? Конечно. При всем том, что это был высокосный год, 2016, были, конечно же, определенные сложности, трудности. Но в то же время, как вы правильно заметили, болгар это не останавливает. Нас это мобилизовало. Этот год мы провели на хорошей, позитивной ноте. Были новые, много новых достижений. И очень верно заметили, что Новый год еще, можно сказать, не наступил, потому что в Терновке, в принципе, Новый год больше почитаемый старый Новый год, чем новый. Вот, потому что болгары, да, по григорианскому календарю, по большому счету, мы в Терновке. Наши предки, когда сюда переехали, календарь-то был еще старый, так. И более правильный. В традиции, ну, я не буду говорить на этом основе. А правильно, знаете почему? Потому что некуда торопиться. Смотрите, все уже встретили Новый год, а мы только готовимся. А у нас два Новых года, получается. Да. Опять нет повода не выйти. Встретились со всеми первый Новый год, и сейчас будем второй, о котором мы, в принципе, и будем говорить. С него у нас начинается год, ним он заканчивается. Мы об этом сегодня будем говорить, и, естественно, год у нас начался со старого Нового года, мы его провели, потом были еще череда праздников зимних, это Бабин день, потом встреча весны, Баба Марта, очень яркий праздник, который мы опять, обязательно будем в этом году опять проводить. Баба сейчас Марта? Да, называется праздник. Баба Марта, это 1 марта, это день прихода весны, так он называется, мы делаем красивые мартинички, болгары делают с красных белых ниток, делают такие фигурки мальчиков, девочек, ну, различных. В принципе, там полетом фантазии только бабушек, можно ограничить, дедушек, мартынички, да? Эти, да. Тетечек, дядечек. Все, тут все зависит от фантазии детей. Это очень, дети очень это любят, потому что это дает возможность развитию их творчества. О детях я хотел немножко и поговорить. У нас в нашем дружестве, слава Богу, второй год уже работает воскресная болгарская школа. По национальной программе Министерства образования и науки Болгарии, эта программа называется «Родной язык и культура за границей», за что мы очень благодарны, конечно же, нашей прародине. Они нам в этом плане очень сильно помогают, потому что это позволяет нам более углубленно заниматься изучением языка, литературы, истории, географии, народных обычаев, традиций, обрядов. То есть мы воссоздаем с ними очень много, вот второй год уже буквально, мы работаем четвертый год, но второй год благодаря этой программе, конечно же, набрали штат учителей, учителя работают, есть театральный кружок, в котором учитель, у нас есть учительница Ксения Дыма, она с детьми воссоздает обряды, традиции, обычаи, плетутся те же мартинички, те же сурвачки на Новый год, которые вы видите на столе, ну, о них немножко позже Валентина нам расскажет. Естественно, работает при нашем центре музыкальные коллективы, это вокальный коллектив «Чучулички», которые у нас уже молодцы, не один год радуют нас болгарским фольклором. Которых телезрители обязательно услышат в прямом эфире телеканала «Николаев». Телезрители, потерпите немножко. Неоднократно уже слышали, да, они у нас выступают везде, на всех городских аренах, в
и украинских, и также международных. Это, конечно же, в первую очередь наша прародина Болгария, куда мы каждый год ездим на фестивали, конкурсы международного уровня. Буквально в этом году вот мы еще один новый горизонт взяли, скажем так. У нас уже была хорошая традиция ездить в Коварно, город Коварно. Это Черноморское побережье Республики Болгария, где наши дети ездят представиться, показать наш терновский аутентичный фольклор, что очень дорого, очень важно для нас, для воссоздания. Но дорого не финансово, а именно поддержка. Дорого для сердца, да? Хотя и финансово, наверное. Финансово это очень недорого, это да, это очень хороший момент, потому что реально, в принципе, 50 евро, я думаю, это небольшие деньги для того, чтобы это за все. За то, чтобы поехать в Болгарию на несколько дней, отдохнуть, оздоровиться, покупаться в море, попеть песен, потанцевать болгарские хора. Это танцы наши замечательные. И в этом году мы ездили уже четвертый год на этот фестиваль, привезли кубки хорошие. Ну, об этом уже рассказывали, я не буду на этом останавливаться. Также в этом году мы открыли новый горизонт, это город Балчик. Это жемчужина Черноморского побережья, не побоюсь этого слова. Особенно приятно о ней говорить зимой, да, вот когда все заметает, а там где-то плещется теплое Черное море. Сейчас не такое теплое, конечно же, но не замерзает, это хорошо. В любом случае нас там ждут, мы в этом году тоже хорошо там представились, мы выступали, ездил с нами ансамбль «Золотой колосок», это наш терновский ансамбль, работающий на базе агрофирмы «Золотой колос», Юлия Любецкая, руководитель этого ансамбля. Пару слов Юля может сказать об этом. Я только хочу просто акцентировать внимание наших телезрителей. Понимаете, мы в прямом эфире телеканала «Николаев» в канун Старого Нового Года. И вот у нас в студии волшебство. Помните старый фильм «Снегурочка»? И там две главные героини – Купава и Снегурочка. Вот они у нас представлены. Вот Валентина Купава, посмотрите на эту красавицу черноволосую. И вот Юля Снегурочка. Тогда уже Снежанка по-болгарски. По-болгарски. Ну, конечно, будем говорить по-болгарски. Юлечка, будьте добры. Итак, вы Снегурочка, Снежанка, директор болгарского Терновского дома культуры. Такая Снегурочка и уже директор. Да, Снегурочка старается очень. Ну, директором Терновского дома культуры я стала совсем недавно, вступила в этом году в эту должность. А очень на протяжении многих лет я являюсь руководителем хореографического коллектива «Золотой колосок». И мы сотрудничаем плотно с болгарским обществом уже очень много лет. И в этом году мы посетили такой замечательный фестиваль-форум международный «Болгарское наследие» в городе Балчике вместе с вокальным коллективом «Чучулички», «Золотой колосок», который по-болгарски теперь звучит «Златна Клащче». Ой, это красиво. Да, очень красиво. Мы участвовали, боролись. И выиграли гран-при. То есть мы раньше говорили уже о этой победе, она такая очень значимая для коллектива и для чучеличек. И я хочу сказать, что она не просто значимая как результат, она значимая как перспектива, как вдохновение. То есть, естественно, дети, наши воспитанники, они все были настолько рады, что это дало толчок, стимулировало для занятий в будущем. То есть уже за эти полгода были поставлены новые болгарские танцы, хоро, которые мы сейчас над ними продолжаем работать и готовим интересную программу для того, чтобы весной в Коварну привести и еще раз показать, насколько Николаевская область, Терновка славится, насколько поддерживает болгарскую и украинскую культуру. Насколько в Николаеве глубоки и крепки болгарские корни. Да, особенно если учесть, что Терновка – это единственное в Николаевской области место компактного проживания болгарской диаспоры. Поэтому мы, конечно же, горды представлять наш Николаев на международной арене, стараемся для этого, делаем все, вкладываем в это душу, силы, все, чем, скажем так, живем, мы этим реально живем. И проекты наши, естественно, с каждым годом будут расширяться, углубляться. Мы очень активно сотрудничаем с болгарской диаспорой, как Украины. У нас очень много болгар живет в Одесской области, в Херсон, это Запорожская область. Сейчас вот, кстати, праздник Сурва, которому мы
о котором мы будем говорить, анонс, мы его будем делать сейчас. Я как раз хотел сказать о том, что Юлия Николаевна вежливо мне это слово оставила, что новые танцы сейчас, новые композиции наши гости нашего праздника смогут увидеть 14 января в 14:00 в Терновском доме культуры совместно с Терновским домом культуры и с нашей библиотекой филиалом номер 16, которая тоже очень активно работает на ниве сохранения и возрождения болгарской культуры, ну и не только болгарской, естественно, в Терновке живет много жителей различных национальностей, поэтому мы поддерживаем все культуры, так же, как и наш центр, при всем том, что статутные цели наши уставные поддержка и развитие болгарской культуры, мы поддерживаем, естественно, и украинскую культуру, потому что мы неразрывное одно целое. Плюс очень много общих, как в элементах одежды, узоры, символика, обрядность, очень много переплетающихся таких хороших элементов. Сейчас мы возрождаем обряды, калядования болгарские, и я смотрю, что это все очень тесно перекликается с украинской. С украинскими колядками. Но все народное творчество, Анатолий, понимаете, оно перетекает из одного в другое, и нельзя сказать, что чем-то резко отличается. Ну, разве что, если в джунглях, может быть, какое-то там племя туземцев тогда отличается. И то, все равно что-то общее найдем. А, конечно, даже в элементы костюмов, телезрители, посмотрите, какие красивые сидят Валентина и Алексей в народных болгарских костюмах. Ну что может быть красивее народного костюма, правда? Костюмы шили в этом году в Болгарии, в ателье специализированном. Очень хорошие костюмы. Наш депутат Светлана Анатольевна Ласурия помогла их приобрести. Спасибо ей большое, еще раз скажу. Мы ее уже благодарили. Спасибо большое, что помогает. Также нам и Иванова Надежда Валерьевна очень много помогает, областной депутат. Повезло так Терновке в эту каденцию, что два депутата у нас, оба работают на Терновку, оба помогают развивать культуру. Ну как иначе, Анатолий, ну вы же болгары, ну чтоб еще и не везло. Если даже что-то не везет, то я думаю, что вы как бы подстегнете ситуацию, чтобы она повернулась в нужное русло, несмотря ни на что. Стараемся, помогают очень много. У нас большой актив, у самой организации большой актив, то есть многие люди с каждым годом, скажем так, наш паровоз удлиняется, все больше людей присоединяется к этой возрожденческой, скажем так, культуре, все больше людей чувствует ее как свою миссию. Мы своим энтузиазмом зажигаем людей, я надеюсь на это, что это именно так. Ну, во всяком случае, так люди говорят, и, наверное, поэтому у нас очень многое получается. Мы влаживаем в это реально все, что у нас есть. Главное свое сердце. Главное свое сердце, конечно же. Будет сердце, будет и все остальное к этому прилагаться. Поэтому многие бизнесмены терновские нам помогают праздники организовывать. Организация болгарских праздников, это всегда мы их делаем, проводим ярко, красочно. Вы сможете, дорогие телезрители, убедиться в этом, приехавши к нам на 14 января. Посмотрите, как мы проводим этот праздник. К нам приедет консул Болгарии, будет, обещал быть и мэр наш, и депутаты все и так далее. То есть будет большой. Приедут болгары из города Херсона по уже устоявшейся хорошей традиции. Мы каждый год на этот праздник приглашаем обязательно какой-то коллектив из другого села, города, неважно. Ну, то есть где тоже есть компактное присутствие болгар. В этом году мы пригласили наших херсонских друзей, болгарское дружество болгары Херсона, они приедут, привезут нам несколько танцев, несколько песен, и мы будем все вместе праздновать праздник. А естественно, там, где болгарский праздник, там будут и баницы, зелники, это наша колоритная болгарская кухня. Будет конкурс баницы с призами. Это очень интересно. Будем рассказывать, как готовить ее, будет мастер-класс. Представляете, дорогие телезрители, пожалуйста, не пропустите 14 января в Старый Новый год в Терновке, в Доме культуры. Встреча Старого Нового года будет не только зрелищно, но и вкусно. Да, однозначно. И вот самое интересное, что наши николаевские, терновские артисты, которые будут выступать, Юлечка, вы поставили болгарские танцы, но для этого вам нужно было обязательно изучить элементы болгарской культуры. Да, безусловно. Мне хотелось бы вообще сказать, что на территории Терновки проживает более 11 тысяч людей, и 1/3 из них – это болгары. Соответственно, и традиции, обряды, это все влияет.
И что ценно, особо ценно, я так считаю, это все-таки сочетание украинской культуры и болгарской. Вот это содружество, это общая работа, это вносит свои такие элементы интересные. Ну, всегда хорошо, когда это в дружбе проходит. И теперь для того, чтобы изучить вот болгарские, например, народные танцы, сначала проходила мастер-классы у наших хореографов. У нас есть Мирлянов Михаил Васильевич, он замечательный специалист в народных танцах и в болгарских. И вот болгарское общество предоставило возможность пройти обучение в Болгарии. То есть мы посещали, я посещала семинары и мастер-классы по болгарским танцам. Там, собственно, всю эту информацию огромную получала, и уже потом все откорректировав, как-то подстроив, все это давалось детям. Потому что прежде всего, конечно, для нас важны это наши дети, наше будущее. И даже наши и настоящие дети. И наши, время, да. И так как у них в основном семьи болгарские или наполовину украинские, болгарские, всем интересно поддерживать и те традиции, и мы стараемся максимально дать детям этот материал, чтобы они знали, что все, что их интересует, они могут взять у нас, придя в Терновский дом культуры, либо, так как мы в основном все праздники делаем вместе с Анатолием Волчем на базе именно Терновского дома культуры, в библиотеку нашу, в школу искусств, куда бы они ни пришли, они могут получить интересующую их информацию о своих корнях, о своих традициях, о своих обычаях, творчески воспитываться, получать эстетическое воспитание. Это наша задача, и мы действительно очень много сил в это вкладываем, и свою душу. И результат, конечно, говорит сам за себя. Телезрители, вы знаете, вот мы работаем сейчас, встречаемся с нашими болгарскими друзьями в прямом эфире. Пока мы тут говорим, у нас на столе, ну так как это канун Старого Нового Года, это волшебство, по-честному расцвели ветки. Валентина, ну да. По-честному ж расцвели. Да. Мы ж не обманываем, без обмана. Что это за ветки, будьте добры? Это веточки дерева кизил. Это же, к счастью, расцвели, да. Правда? В Болгарии это дерево самое первое расцветает, поэтому это дерево используют для... Вот такие вот делаются сурвачки, называются. На праздник Нового года вот они уже расцвели. Представляете? Да, у нас, кстати, был мастер-класс, как их делается перед Новым годом. У нас дети тоже делали очень много таких сурвачек. Да, и будет у нас еще один мастер-класс на праздник, который вот у нас будет в эту субботу, 14 числа, будет еще один мастер-класс по сурвачкам. Будут рассказывать, из чего они делаются и для чего. Вообще, каледовать ходят по это домам в канун Нового, да? года. Да, это ходят с ними каледовать. Молодые парни переодеваются в каледари, да. И они делают вот такие сурвачки из дерева кизил, как повторюсь. На него одеваются разные такие элементы, конкретно про каждый, может быть, долго будет говорить. В общем, они все... Кратко. Они все, вот это красивее я покажу. Они каждое обозначают здоровье, счастье, богатство. Вот есть и сушеные яблочки, и сушеный перец, и колокольчики. Вообще, когда каледари заходят кому-то в дом каледовать, они этими сурвачками бьют хозяина по спине, хозяйку. Вообще, изначально они начинают со старших, то есть там бабушки, дедушки, потом к младшим переходят. Это обозначает, что весь год в этой семье будет счастье, здоровье, любовь, благополучие. Ну и поют песни. Вот так вот. Ну, раз они поют песни, Валентина, подождите, не кладите. Вот смотрите, в моем лице сосредоточены все телезрители. Вы можете меня сейчас этой веточкой, чтобы мы все телезрители... Молодой парень должен бить. Да, молодой парень должен бить по спине. По спине. Вот я, посмотрите, я поверну. Телезрители, все. Спасибо вам, Алексей. Телезрители, все, попробуйте только быть несчастливыми или неудачливыми. Ну, а в подтверждении, как это, в закреплении, Валентина, Алексей, ну, хотелось бы услышать. Нам бы хотелось исполнить песню, вернее, не всю песню, а отрывок из песни, которая уже звучала в нашем концерте перед Новым годом. Он назывался «Коледа». И песня так называется. И мы отрывок из этой песни хотели бы вот исполнить. Пожалуйста, будьте добры. Звезда Ветлеемська ізгрява, і всяко самотно серце, мелодія нежна запява,
Віж коляда вече дойде, віж коляда вече, віж коляда вече, віж коляда вече дойде. Как красиво. И вот с этой песней вы идете колядовать, Алексей. То есть вы берете вот эти замечательные ветви, красиво одетые, да, у нас очень сияющими много песен, глазами. В этом году мы пошили для наших деток, я об этом уже говорил, воскресная болгарская школа. Более 80 детей сейчас в ней обучаются языку, истории, традициям. Буквально вот сейчас наша швея, моя тетя, она нам обшивает все костюмы, которые... Вы еще и тетю напрягли, да? Да, так же. Ну, она же болгарка тоже, у нее выбора нет. Тоже пусть работает, да, для болгарского. Да, у вас все серьезно. Для болгарского. Она нам сейчас шьет детям именно специальные обрядные костюмы, именно калядарские. Каляда – это, если перевести на русский язык, это, в принципе, в украинском, да, калядки – это Рождество. Ну, это и на русском языке калядки есть. Сурва, да. Сурва русский, сурва – это Новый год, а каляда – это рождественская песня. И, естественно, детки наши будут показывать этот обряд. С него будет начинаться все действие. Весь праздник будет начинаться именно с обряда калядувания. И все пришедшие на праздник, жители Николаева, гости, терновчане, мы вас еще раз приглашаем. Пусть это будет дополнительным стимулом для вас прийти, получить этот заряд. Детки будут после обряда обязательно, во время, вернее, это и будет частью обряда, они будут вас ходить по залу, похлопывать всех по спинкам и желать... Живу здраво до година до амина, ну и так далее, скажем так, по обряду. Это я пускай не буду всего рассказывать, приходите, вы это сможете пережить все лично, получить этот заряд позитива, заряд хорошего, хороших посылов на этот год, который идет, чтобы он у вас сложился удачно, чтобы вы были здоровы, счастливы, богаты. Да, и главное заручиться таким своеобразным пропуском, да, в следующий год, потому что как ты его встретишь, какими ты пропусками заручишься, то так ты его и будешь дальше проводить. Это своего рода оберег, скажем так. Я его так вижу и понимаю, то есть мы их не выбрасываем, ничего, то есть они после праздника, дети делают каждый сурвачку эту, дома, естественно, сейчас у нас будет, завтра буквально мы будем идти калядовать, потому что 14 числа мы делаем калядки для всей Терновки, и будет немножко, ну, несостыковка, мы не сможем пойти по домам. Ну, а вы ходите еще и по домам, да? А как же, конечно же, есть много людей, которые хотят, чтобы мы пришли их поздравили. Они звонят, говорят, пожалуйста, придите нас поздравьте. У нас есть магазины много, в принципе, в которых все бизнесмены наши болгары. Мы пойдем их поздравлять обязательно. Это традиция. Да, это традиция, которая... неукоснительно исполняется. Ну, понятно, что не всю жизнь, вот мы поэтому этим и занимаемся. Это возрождение, воссоздание, поддержка и развитие наших традиций, естественно. Ну, действительно, сейчас идут такие святые дни, это Рождество, это святки, которые будут идти до крещения, и до крещения звучит замечательное приветствие с Рождеством Христовым, Христос рождается, славим Его, и все христиане, как один, единым сердцем, едиными устами славят Христа и встречают Старый Новый Год. И, конечно, Валентина, вот эта ваша колядка, которую, фрагмент которой вы сейчас исполнили, она прославляет Христа, она желает счастья и радости всем? Конечно. Ну, там слова, даже у кого в сердце заиграет музыка, и будет счастье, и здоровье. Слова из этой песни. Перевод. И, конечно, болгарский язык, он в какой-то мере похож и на украинский, и на русский язык. На украинский больше похож, да. Кстати. У меня бабушка была учительницей украинского языка и литературы, болгарка. Она мне всегда говорила, Толя, болгарский язык с украинским более похожий. Ну, и, в принципе, я это сейчас уже в этом хорошо убедился, изучивший хорошо литературный язык, зная наш диалект. Да, реально, болгарский язык с украинским более похожий, чем с русским. Да, и вот ты знаешь, чем больше языков знаешь, тем умнее, точно, Анатолий. И вот у нас еще есть время для того, чтобы сказать два слова. Мы встречаем и так Старый Новый Год, и дальше встречаем весну. Бабин день у нас будет, если вы позволите, я хотел бы пригласить сразу же. Приглашайте. Да, замечательный праздник, следующий, который идет, это Бабин день, это 21 января, это опять следующая суббота. Вот в этом году так совпало, что все на выходные, все праздники. Идеально, да. Поэтому мы будем... Бабин день – это праздник чествования акушерок, баб-повитух, так называемых, в прошлом. Да, у нас есть, слава Богу, немало в Николаеве болгарок, которые
работают в роддомах акушерами, гинекологами, педиатрами и так далее. То есть мы их все приглашаем, это тоже уже хорошая традиция. В принципе, она никогда и не прекращалась, эта традиция, даже наши бабушки это проводили. Просто мы сейчас это более целенаправленно, скажем, делаем, организовано на базе Зерновского дома культуры. И 21 числа на 3 часа дня мы будем чествовать наших женщин, как всегда. Будут подарки, будет обряд показан, пуливаны на рецепты. Это бабушки приходили, женщины, которых она помогала рожать, они приносили мыло, полотенце, поливали, обряд такой своеобразный, подарки приносили, естественно, она их тоже угощала, и они садились вместе, кушали, выпивали, радовались. Ну и мужчинам говорят, что день лучше не попадаться им на глаза. Мужчинам? Да. Не попадать. Это женский праздник. Это чисто женский праздник. Ну что ж, друзья мои, смотрите, не пропустите. Даже если вы мужчины, все равно приходите. Потому что, ну а без женщин вообще, куда без женщин? Нельзя жить на свете без женщин. Друзья мои, спасибо вам большое. Эфир пролетел как одна минута. Спасибо, что вы украсили наш прямой эфир телеканала «Николаев». Я напоминаю, что именно на Старый Новый год, 14 января, болгары ждут вас в Терновке в 14.00 в Терновском доме культуры на встречу Старого Нового года. И если вы хотите, чтобы Старый Новый год встретить хорошо, а весь последующий год был счастливым, приходите, друзья мои. Мы поздравляем вас с наступающим Старым Новым Годом и, конечно, с Рождеством Христовым. Це була розмова на тему «На все добре».